Сегодня вы можете эффективно тренироваться дома, просто сделав себе отличный снаряд вроде штанги или гири из обычной большой баклажки с водой на 20 кг. Баклажка вмещает более 20 литров, а соответственно более 20 кг. Но если для вас 20 кг это много, вы можете использовать поменьше объемы, например 6 литров. Вы также можете сделать 2 гантели, то есть сделать одну баклажку на 20 кг и 2 по 6, или хотя бы одну 20 и одну на 6. И таким образом у вас будут и гантели, и гири. Мы сможем заниматься и иметь отличную мышечную массу в домашних условиях. Если вы тренироваться хотите дома, это можно сделать с такой же эффективностью, как в зале. Если у вас есть дома турник, брусья, штанга, стойки, гантели, гири, вам зал не нужен, вы дома накачаетесь. Но если у вас ничего нет, если вы не подготовились, оказались в условиях домашней тренировки, сидите дома, набираете жир, да сделайте уже штанги, гантели из баклажек с водой. Это же очень просто. Нужен только скотч или какие-то веревки, чтобы сделать ручки. Вот канистра на 22 литра. Это уже кое-какой вес. Многие люди с таким весом могут тренироваться. Также мы будем использовать рюкзак, который тоже можно наполнить камнями или чем тоже до 20 кг. В центре у нас будет ручка, видите? Ставим кулак. Просто начинаем свою руку оборачивать. Следи за фигурой, живо подкачайся, подкачайся с Юрой. Жир убери, следи за фигурой, мышцы подкачай, подкачайся с Юрой. Подкачайся с Юрой, подкачайся, подкачайся с Юрой, с Юрой подкачайся. Теперь берем небольшой кусочек скотча, чтобы наклеить изнутри. То есть, например, вот так взяли, вот так вот, да? И наклеить изнутри на нашу конструкцию. О, да, 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 изнутри. Чтобы она меньше липла. Изнутри обклеите ваши ручки на обратной стороной, чтобы вам было удобней браться. Теперь я сразу же покажу вам несколько упражнений, которые можно делать с такой бутылкой. И первое упражнение для тренировки дельт. Беремся обратным хватом. Это очень важно. То есть не так, а вот так. И просто тянем себе до высоты плеча максимум. Это упражнение неплохо заменяет разводку с гантелями в стороны или тягу штанги к подбородку, тренирует ваши плечи. Теперь пришла пора потренировать бицепс. Беремся молотковым хватом и качаем. Это упражнение заменяет сгибание рук с гантелями молот. Молотковый хват. Вот, ложимся, чтобы голова свисала. И работаем. Очень важно, чтобы руки были не так, иначе вы будете опускать себе на лицо, а отвести руки назад и вот так вот опускаем вниз за голову. И также по кругу поднимаем.
Я показал вам три рандомных упражнения, которые можно выполнять с этими снарядами. Но на самом деле вы можете выполнять целый комплекс упражнений, который называется Ахиллес 7. Спортом займись, да, с Юрой вылепишь тело, с культурой жир убери, ха, не будь дурой и перестанешь ходить хмурой. Ахиллес 7 предназначен для проработки всего вашего тела. Это десятки упражнений с этими снарядами. Понедельник, среда, пятница. Три совершенно разных комплекса, которые позволят вам эффективно поддержать и даже увеличить свою мышечную массу. Вы можете с помощью Ахиллес 7 накачать мышечную массу в домашних условиях, занимаясь моими импровизированными снарядиками. Поэтому делайте эти три упражнения, убеждайтесь в их эффективности. Ахиллес 7 по ссылке в описании к этому видео или написав мне лично. За 1000 рублей вы получаете полный комплекс упражнений с видео и фото, а также инструкцией, сколько делать повторений. За 3000 в месяц вы попадаете в проект «Жиротопка», где в течение месяца даю вам различные комплексы упражнений, питания и веду вас к цели. А для подростка это всего лишь 50% стоимости. За 1500 рублей месяц веду к цели, даю программу тренировок, план питания, отвечаю на все вопросы лично в закрытом чате. Согласитесь, что хотя это большой объем работы для меня, для вас это очень эффективно и доступно. Я делаю все, что могу, чтобы поддержать моих зрителей в этой ситуации. Так что пишите, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые упражнения, которые я покажу вам на своем канале с этими импровизированными снарядами. Пока, друзья, до новых встреч!